Ситуация в Сирии стала одной из главных тем состоявшихся в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Путина, Москва и Анкара продолжат борьбу с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Российский лидер также отметил. Речь шла и о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике намерения руководства Соединенных Штатов Америки вывести американские войска из северо-восточных районов страны. Если такие шаги и такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом. Поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований. Президент Турции, в свою очередь, заявил, крайне важно предотвратить вакуум власти после вывода американских войск. Единственная цель нашей страны – очистить сирийскую землю от террористических группировок. В первую очередь от ИГИЛ, партии «Демократический союз» и отрядов народной самообороны. Идлиб – единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Очередной саммит РФ «Турция-Иран» по Сирии пройдет в ближайшее время в России.